Казань-арена станет пристанищем для динозавров. В июне на территории стадиона заработает парк динозавров «Юркин Парк Тревел». Всего на площадке будут располагаться 150 фигур динозавров, 105 из которых будут двигаться. Определилась дата проведения республиканского ифтара в Казани. Он состоится 22 июня и соберет более 10 тысяч человек. 22 мая Казань примет 16-й этап международного фестиваля активного образа жизни. Главным призом проекта для победителей из 27 городов России и стран СНГ станет двухнедельная поездка в футбольный лагерь в Сочи. Миниханов сделал селфи с Кадыровым на заседании в Кремле. Снимок в Инстаграме набрал уже более 3000 лайков. В Казани открывается фестиваль-марафон «Звучащий дом Софии-2016». Имя композитора Софии Губайдулиной наряду с именами Федора Шаляпина и Рудольфа Нуриева является одним из национальных символов Казани, Татарстана, России и достоянием всего мира. Батыру Сабантуе в Нижнекамске подарят 100-килограммового барана и автомобиль. Пролог праздника в этом году в городе будет посвящен истории Закамья. Поволжская академия спорта и туризма стала победителем 19-го Всероссийского фестиваля вузов физической культуры. Цель конкурса – укрепление научных, деловых и спортивных связей между учебными заведениями. 18 мая празднуется Международный день музеев. Мы поздравляем всех музейных работников с профессиональным праздником и хотим отметить уникальные музейные фонды Казанского университета. Чучело редких животных, скелет мамонта, уникальные костюмы из экспозиции этнографического музея, самоцветы со всех уголков мира, научные приборы, на которых были сделаны величайшие открытия. Все это можно своими глазами увидеть в многочисленных музеях КФУ.